Да, есть способ, вот когда скрипят суставы, да, вот коленки, да. Ну, все прекрасно понимают, что это как бы тут желчный пузырь, да, не выполняет свою функцию. Но, значит, целенаправленно, как это создать, значит, вот это самого выделения синовиальной жидкости. Берутся, значит, головы рыбьи, обязательно речной рыбы, удаляются жабры в посуду, заливается водой. И надо найти такую температуру, чтобы была 60 градусов. Поместить вот в эту температуру посуду, да, со всем этим. Трое суток. И это получается вот этот хаш из рыбьих голов. Потребляется стакан в день норма, 14 дней. И сосуды как новые. Не сосуды, вернее, а суставы как новые. То есть достаточное количество суставы, хрящики, синовиальной жидкости, синовиальная да, жидкость хрящи, восстанавливается, да? восстанавливаются хрящи, да. А вот морская рыба, например, там Нет, нет, сейчас лосось, секундочку. они же более жирные. Сейчас секундочку. А вот для именно целенаправленного еще воздействия уже берется рыба, тоже речная, да, делается филе, и вот это место непосредственно, где боли в позвоночнике ли, вот в суставах ли, выкладывается вот это филе рыбы, закрепляется на 9 часов. Тоже курс 10 дней. Ну, например, на ночь закрепить, да, перед сном часов в 9 Ну, вечера. то есть В 6 уже можно убрать, да. Вот это это все то же самое. другими словами, компресс вокруг колена, например, да? Да. Вокруг колена можно, где позвоночник, где-то там уже, например, диск сам уже износился, да, там уже какие-то, там уже даже сам даже позвоночник стал разрушаться. Вот это все восстанавливается. Удивительно, в первый раз такое да да слышу. да это все так. Компресс из рыбьего филе. Да, филе, да. Выключаю. Итак, дорогие друзья, с вами был великолепный Владимир Борисович Фафанов. Спасибо тебе. Он целитель, массажист, костоправ. Можете к нему обращаться по этим вопросам и по другим вопросам. И в следующей серии видеороликов мы расскажем, как можно вот такими, как бы сказать, домашними, либо народными способами избавиться от достаточно многих проблем. От воспаления, от зубных болей, от головных болей, да? От там каких-то язвочек и так далее. Ну, в общем, тема на самом деле обширная, интересная, так скажем, из раздела «Помоги себе сам». Да? И мы будем озвучивать это и разрушать мифы. Мифы о здоровье человека, которых на самом деле полно сейчас в медицине. Поэтому это такое несколько, скажем, ну, альтернативное направление, да? Но более реальное, более жизненное, проверенное на практике. Ну все, давай прощаться. А вы от нас не отключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. С вами был Олег До Алавгудин. встречи. Пока-пока.